Начинается. Так, всем привет. Всем привет. С вами я, Адильхан и Азерет. Да. Мы проходим карту на прохождение. Ну что, давай проходить сейчас. От этого лица уберу. Все, давай, куда идти? Так, канал Адильхана будет в описании. Да. И мой канал на его видео тоже будет в описании. Да. Так, будем проходить. Сейчас мы прочитаем быстренько правила. Угу. Так. Так. Это правило. Карта и инфо. Не... Ну, короче, давай прыгаем. Так, погоди, подожди. А, ну ладно, ты пока что прыгай, я прочитаю. Так. Карту создал Фэмми Ютубер. Это его канал на Ютубе. Спасибо, тоже скачали эту карту. Поспать. Где 4 сундучка? Так, найдите Фэмми. Да прыгай ты уже. И выбей. Ай, ну ладно. Так, я... Так, смотрите, для первого или для третьего игрока. Я второй, ты первый. Я второй, ты первый. Так, я беру себе 300 ялочку. Какое-то зелье, зелье разностойкое. А такое же, как у меня, да? Да, у нас сегодня... У нас здесь... Кстати, у нас снаряжение везде одинаковое. Она что за чаровая? Так, ботинки на невесомость. На невесомость 100. Ну так, все, пойдем туда. Так, поспим, я давай возьму все. Руки все, я сплю. Ложись. Так, я тоже ложусь, так. Карта сейчас рассчитана на 3 игрока. Угу. Равно. Угу. Так, тут говорится миссия. Что такое? Не, нельзя, не надо было спать. Так, ну ладно, давай, идем. Так, что здесь надо делать-то? Мы типа входим. О, что такое? Так, я О, сундук. Что это сундук? Зажигалочка. Так, зажигай портал. Так, давай. Ай, не уходи! Быстрее уходи, пока не сгорело. У меня тошнотик. Какой-то странный портал, ну ладно. Что это такое? Так, ну ладно. Это... Ууу, как классно! Ай! Я умер. Так, мы вдвоем умерли. Так, я беру... Бери вещи третьего. Так, обязательно мне нужно там выпить зелье огнестойкости. Да, вот для чего оно было не создано. Так, надо было все-таки читать то, что там написано. Да ладно, мы уже знаем. Это все ясно. Подожди меня! Тохнотики! Тохнотики! Все, мы уже идем. Так. Прыгай, прыгай, быстрее, прыгай! Как классно! Что? Так, вот. Ты не умер? Здесь тоже еще один портал в ад. Ну ничего, я сейчас... Мы сейчас Азерета подождем. Он будет очень... Сейчас он очень быстро придет. Я пока покупаю славу. Будем его ждать. Так, у меня еще зелье, конечно, только 7 минут идет. Так, ч... погоди, прыгай, я ловлю! Так, сейчас быстренько включим на дальнюю прорисовку. Немножечко, чтобы я видел все. Так, все. Уи-пух. Сейчас придется тогда читерить еще одно зелье. Как-то можно так. Он читер, кстати. Вот придется. Странно, ботиночки не несем, кто-то умер тогда. Что здесь тоже продолжает? Я уже возьму железный меч. Я здесь проломал. Адильхан, надо здесь сразу бежать. Кажется, надо было включить монстров. Нет. О, как много сундуков. Если там будет какой-нибудь... Что, нужно все обшарить? Ну, давай посмотрим, вдруг что-нибудь интересно будет. О, косточку я нашел. Я ничего не нашел. Ничего нет. О, косточка. Даже кость нашел. Дай-ка. Кость? Сейчас скину. Вдруг надо собаку. Все, надо переключить. Все, побежали. Эй, эй, я тебя подпер... Подтолкни еще раз, Костя. Я тебя подпердану. Подтолкни, подтолкни еще раз. Нет, я до тебя не добегаю. Остановись, остановись. А, слишком. Сильно передану. Все.
Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Поселье не кончилось. Поселье не кончилось. Да, здесь какие-то камушки не давали. Вот для чего нам нужно было только пайками жить. Так, все, мы купаем, купаем. Корова! Коров заточили, мы ее освободили. Она нам бабло должна, она нам бабло должна дать, ну ладно, не дает. Взять на корову. У меня 14 у тебя. Это еще. Когда эти два мои? Так, сундук. В сундуке. Ничего. Погоди. Давай здесь поспим. Ставь ночь. А, все выкинуть в сундук надо. Так, вот все предметы? Так, наверное, косточки нужны еще. Зачем их нам дали? Подожди, все не выкидывай. Вот. Блоки оставлю. Да, блоки оставляй. Так, давай, ночь ставь, мы здесь должны поспать. Так, сейчас мы поставим ночь. Вот для чего я приехал. Все поставил, все, спим, мы спим. А ссылка на карту у нас будет в описании, да? Смотри на него. А, это уже побежал. Ну, ладно, пошли. Так, здесь какой-то колодец желаний. Так, идем с лестницей. Ну, я прыгну. Да ничего особого. Придется ломать колодец. Ладно, сам ломаю. Пока что там тут не ключ. Нет. Так. Ага, тут ничего. На столе. Что-нибудь интересное будет здесь. Так, все, пора. Еще одну я вижу. Иду к нему. Я иду в домик. Так, здесь второй этаж есть. Я в том. Там житель был. Я его убил уже. Да пацаны, видимо, он богатый. Раздомит там. Офигеть, у них как много места, блин. Это что, награда? А, для... это там я. Это что, наказ? Баран? Баран? Для баранов? Они скот пасут. Офигеть, парни молодцы. Нет, там просто житель. Офигеть, житель живет в заточении. Ну, офигенский, как оригинально. Оригинально. Какой-то паркур. Очень я знаю. Вот почему у нас кирка. И... О боже мой, как долго мы еще идти. А, хочу. Так. Не бежим. Могу бежать что-то. А, все. Подперданул я. Подтолкни посильнее. Я слишком далеко. Подтолкни посильнее. Нет, слишком далеко. А-а-а-а-а! Еще раз потолкну. Вот купи мне мечную отдачу тогда, блин. Так, так оно, блин. Так, мы уже почти добежали. Может, тебя потолкнуть или нет? Ну ладно, давай, я не против. Нет, пожалуй. Лучше только бежим и все до места назначения. Нет, пути, что? Что не врутся? Мы сочинения не пишем. Так, все, мы... Ну, что-то там написано, таблика, таблика. Что, лабиринт? Не лабиринт. Все, пришел. Направо или налево ничего нету. Так, здесь какая-то дверка. Туалет. Здесь туалет. Парням нужен туалет. Надписи, надписи, таблички. Так. Тележки их. Три вагонетки у нас есть. Так, зачем мне... А, вот. Так, ставь эти вагонетки. Все, погнали. Да-да-да. Так, по-нормальному не получилось. Катимся, катимся. И все. Что сейчас было, блин? Так, и одна дверь, и я вторая дверь. Какую пойдем, в первую или во вторую? Что? Какую пойдем, в первую или во вторую? Компас. Пойдем к Кристоферу Колумбу или что? Кристоферу Колумбу. Компас не... тяжелый. Не откро... Значок такой, показывает. Не открывается, что? Что, проломать нужно? Не знаю даже. Давай проломаем. Подожди, нажми на кнопку. Подожди, тогда давай в эту сторону.
Окей. Тоже не открывается. Давай эту я поломаю. Нет, это вот сломаю. Может путь просто такой выглядит. Сейчас посмотрим, путь нормальный. Паркур, паркур. А что здесь? Да там паркур не надо, пошли. А, все, здесь паркур. Все, гол. Тогда можете сразу перематывать, потому что паркур я не мастер. Эй, нет. А вот и компас нам. Ай. Погоди, как это компасом попользовать? Что с вами значит? Так, все, я открыл дверь. Нажми на кнопку, нажми на кнопку. Просто вата еще один. Давай, нет, давай вначале сюда посмотрим. А, можно было оттуда еще прийти? Ну, без разницы, короче. Я сюда. Два, отвали. Можно, кирки будет. Кирки... Да, скинь мне. Так, погоди еще. Все, я захожу. Держи. Мы, по-моему, прошли уже карту. Компас ломает. Ты видишь мой компас? Смотри на него. Да. А, все, мы прошли карту. Погоди. Давай сюда войдемся. А, что ты... Я тебя забью киркой. Киркой. Надо почитать. Всё, погоди, давай дойдем до кольца. Там, видимо, что-то поломалось. Наверное, мы уже прошли карту, там таблички были. Погоди, не бей, держи. Ладно. Мы прошли карту, блин. Да погоди, надо было прочитать, как нормальные люди. Тем более, там был еще один вход, кстати. Ну ладно, по-моему, прошли карту. Ничего нету. Да мы прошли карту, все. Вот он, вход был. А, вот еще. Странно. Ищите. Коровки. Коровки, коровки, много коровок. Курочки, курочки. Грабим эту ферму. Курочки, курочки, курочки. Христофер Холумб. Колумбия. Нет, совсем пошла. Кристофер Колумб, ты что, совсем что ли? Ты что тут нам устраивал? Цирк, цирк какой-то, блин. С Колумбами. Ты сделал под низ подков. Или проходить. В принципе, мы уже закончили эту карту. Стой, подожди, подожди. Нет, мы еще не закончили ее. Короче. Ну что ж. У меня уже это конец. Да, ну что ж, всем пока. С вами были я. Язерет. Кстати, еще напишите в комментариях, если мы карту не так прошли. Что-нибудь заметили секретного? Да. Например, вот это. Да-да-да. Нет. Так. Ну да. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся.